Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Хотел бы показать вам сет на Свена, его название Финт Ливе. Давайте рассмотрим модель нашего Свена. У нас, как обычно, имеется рыцарь, но не совсем обычный. Собственно, это логично, потому что у нас сет. Про данный комплект хотел бы сказать следующее. На данный момент это последний сет на Свена. Мне не нравится этот сет по причине того, что вещи в данном комплекте не сочетаются. Сочетаются некоторые из них, например, вот это плечико и вот этот нарукавник. Больше здесь ничего не сочетается, и как бы мне вот это не нравится. А так все вещи в принципе выполнены неплохо. Особенно нравится мне вот это плечо, вот этот бандаж с маской. Он очень красив. Не нравится мне эта маска, хотя в игре она довольно хорошо выглядит. Собственно, в игре и надо, чтобы она хорошо выглядела, так что не обращайте внимания на мои неприязни. Помимо того, что... кроме того, что у нас как бы изменяются вещи, у нас у одной вещи имеется два стиля. Это оружие. Вот сейчас мы держим меч, как бы привычная пуха Свена. Но также можно ее поменять на топор. Если мы изменим ее на первый стиль, у нас появится довольно-таки аксовая, акса-стайл вещь. Ну, собственно, и в игре будем обозревать с топором. Это довольно необычно, но, на мой взгляд, и неплохо. Так, данный комплект состоит у нас из 6 вещей. Это 1 рар, 3 анкомон и 2 комон. Ну и давайте перейдем в игру и посмотрим, как выглядят наши Свены. А Свены выглядят следующим образом. Ну, собственно, они у нас довольно сильно изменяются. Изменяется вот броня наша, оружие. Оружие прям сильно выделяется. Очень необычно видеть Свена с топором. Очень прикольно. Давайте еще приближу, еще лучше рассмотрим наши доспехи. Нравится мне вот это плечо. Очень оно мне напоминает Вов. Там как бы... Ну, вещи как-то в такой же стилизации все делают. И вообще, в принципе, этот Свен чем-то на Вов. В общем, он мне напоминает Вов. Ну, давайте посмотрим, как выглядит Свен сзади. Выглядят они у нас вот так. Здесь очень интересно у нас. Сразу мне бросается в глаза, что металлические доспехи у нас меняются на обычную кожано-тканевую юбку. На мой взгляд, это нелогично, но как бы Свену решать, что логично, что нелогично. Также вот эти броневещи у нас меняются, и появляется такой симпатичный воротник. Воротник, кстати, очень мне пригляделся. Он у нас изменяет окраску вместе с включением, когда мы включаем мульту, у нас он изменяет окраску вместе с телом. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так выглядит. Свен красный. И эта штука у нас тоже красная. Но при этом на иконке Свен у нас окраску не изменяет. Когда этот косяк пофиксят, я не знаю. И вот смотрите, глаза у нас здесь тоже горят красным цветом, а на иконке все остается прежним. Так, давайте рассмотрим иконки наших Свенов. Вот с этого иконка Свена. Как я говорил, в игре мне не очень нравится, как выполнен шлем нашего Свена. В игре он довольно симпатичный, как в самой игре, так и на иконке. В стандартном скине мы имеем обычную голову Свена. Она, как всегда, у нас представляет рыбу-молот. Помимо изменений внешнего вида наших персонажей, у нас изменяются внешние виды иконок скиллов. И здесь хотел бы отметить тот факт, что стилизация иконок осталась прежней. То есть, вроде они все перерисованы, но они очень схожи. Вот с этого иконки, вот стандартные иконки. Как вы видите, они у нас очень похожи. Ну и по поводу еще этих иконок, хотел бы отметить тот факт, что иконки у нас изменяются, но при этом скиллы остаются прежними. И думаю, можно уже прощаться. Собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал YouTube, паблик ВКонтакте. Всем пока.